Кому нажать везде? Где надо, а где не надо, не жать. Так, 13 тушек. Да. 13 тушков и 300 с чем-то там, да, индусмов. 310, по-моему, я считал, было. Двести семьдесят. Он скелетика, что ли, купил? Еще. А, он все рассчитал, понятно. Прошаренный, ладно. Блять, давленница еще поебывает. Не вовремя, блять. Да в этой игре нахуй можно от нулевой команды грести, как говорится. Так, ну ладно, выберем нападение. Лучше бить, чем получать. Здравствуй, Алекс Гус. Здравствуй, Кова. Здравствуй, Кова. Здравствуй, Гус. Так. Чё-то смотрю я на свою команду. Игру с печаль, блядь. Игру с печаль. Ладно. Груз печаль меня берет. Так. И Синба его надо, кажется, двума доводить. Да, доводить до ума Синбайл.
у него Кеть, ой, лишается ухода, ну такое. Так, пробой. Ну вот это, блядь, блямк и все. Так, здесь троечку пропишем. Троечка кубов, бля. Да, встану вот здесь, чтобы проход закрывает лежачим телами. Так, ладно. О! А Буйвол-то смотри-ка, блядь. Внук своего, блядь, отца. Ой, внук своего деда, блядь. С почином его, как говорится. Внук своего деда. Так, чё это? Туда куда-то, бля. Ну что, поизгаляемся. Так, если я здесь обосрусь с пасом, вот в этой точке, то плохо может быть. Ну как плохо, бля? Так, отлично. Так, если сюда, маг тут. Актуален. Ис. Нормально. Так. Хотя, ладно. Хуйню играю пока. Пока не пойму, что надо. Пока ни хера непонятно. Абсолютно. Гордов нет. Вернее, есть на меченос. Так, пеленонить, что ли, будешь? Я бы вовнутрь бы запихивал.
Так, ПО, да? Да, не выдержал. Душе поэта. ПО. А как вот он его защищать будет? Вот это вот. Я не знаю. Он, по-моему, сейчас получит. Не, серьезно, он сейчас получит. Так, фали. Так, взятка. Взятка. Так, взятку фить. Так, ну, допустим. Допустим. Кто тут у нас молодой-то? Так, ну это похрустим. Так, это похрустим. Так, этого мы прячем. Обязан. Так, он нас не тревожит. Так, если вот этого козла уберут, то вроде как кубы в мяч, да? Образуются. Тогда мы это дело прикроем. Вроде у нас забежать можно. Справа теперь спокойно. Там некому нас перехватывать. Там бы все сдвинулись влево. А из них спринтеры. Ну такое, короче. Так. Усел. Молодой козел в составе. Сегодня купил в обед.
Немножко неправильно козла уронил. Надо было сюда. И Томп сюда бы пришел. Подержал бы Клапсу. Осел-то? Ну, наверное. Так, а вот это вот интересно. Так, нокаут. Жалко, что козел вытолкнул, я теперь не смогу протолкнуть. Я бы блицевал бы кетчера, ой, тровера. Потом бы толкал сюда, и под Клавсу бы приезжал бы блицер. Ладно. Мы сделаем по-другому. Так, здесь встаем. Раз, два, три. Да. Клапса, клапсе. Я не помню, у него пиво было? По-моему, было, да? Да. Пиво было, пиво было, пиво было у него. Так, стоп. Так, так. 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 Вопрос, надо ли мне держать? Джампапер вставать, убиватор. Вот он блицует вот так вот. Если я встану, потом он джамп. Тут вот эти освобождаются. Молодые люди. Вот так вот. А здесь, допустим. Да. Я не видел смысла там стоять.
Ну, тут будут на меня поддавливать, конечно. Возможно, блиц сейчас будет в этого. В козла. Вот в этого. Так, шестерку нашел, да, будет блиц в Нильгау. Все, джампап, раз, два, три, четыре, да. Так, стрелочка, шестерочка, рерольну. Живи, козлик, живи. Так, козлик живет, молодец. Так, значит. Допустим, я встаю. Да, тут хуйня. Двойка, говорят, больней. Да. Так, надо быстренько думать. Ну ладно, встаем. Или не встаем? Ладно, хуй с ним. Так, стоп. Пока сюда. Сдерживание, да? А я бы не стал. Блять, надо было на это устать. Ну ладно. Много блоков даю в себя.
Исинбаевой надо занести по-хорошему. Опять шестерочка. Ой, не опять, снова. Так, не хрусти, блядь, не хрусти. Так, опять в этого козлика в моего побежит. Так, ладно. Подфол. Хочет убить его, не знаю зачем. Реролит. Так, отпустить и простить. Блять, вытолкнуть не получится. Там Томбгард. Здесь вот упасть бы надо бы. Блять, вот эти будут заткнуть бы дырки. Но пройти невозможно. А зачем? Он подставился один хуй под клапсу. Так, 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 да. А, отлично. Сначала мы... Что мы сначала? Раз, два, три, четыре. А, опасно. Так, стоп. Не заиграться бы здесь, бля, вот чё. Так, теперь из неприятного. ГФИ. Ну ладно. Не пробился, да? Джампапать меня там опять будут. Че, в один кубик зарядить, что ли?
prochain match. Le combat paraît inévitable. Le soutien suffira-t-il à prendre le titre? Побоялся я там бить в один куб. Посмотри куб. Бля, чуть-чуть не нажал аптечку. Так, 6-6, нормально. Так, мул выбит. Ну это молодежь, надо лечить. Ну, хочет меня изуродовать. Не знаю за что. Добрый вечер, Ситар. Судья, конечно, блядь, мразь. Даже не спорьте со мной. Судья, мразь, каких свет не видел. Так. Думаю, молодежи. Да, ты идешь сюда. Так, теперь ты сюда. Пасы мне не нужны здесь. Да, гард встает, томп, и выбираешь любого для блица. Ну, не любого, а вот козла-то точно. Двойку устраивает. Пеленончик.
Ну, он так и будет прыгать, пока ему все не отобьют, блин. Так, три рерола, да? Как говорили мне. Ну, вряд ли я наберу здесь три куба в пятую силу. Чувствую, что не надо это делать. Но чешется. Давайте встанем. Игра не любит лежачих. Близко, близко. Я не буду проверять. Еще раз. Удачу. Вот не поднял бы, было бы два черепка. Хотя я мог блицануть, конечно, в тамба без блока. Там бы эти кубы устроили. Так, козляты не встали. Придется красивых ставить на лос. А в принципе есть на лос-то что поставить-то. На лос поставить есть чего. Так, давай, внук своего деда. Так, Зерлен в центр, чтобы его больше не били. Больше одного раза. Так, из ППшечка еще осталось, да? Если силы выпадет, вообще имба будет, козел. Имба козлина будет. Так. Давай, имба. Дадим покачаться оппоненту. Я немножко перекрутил мяч вправо. Ладно. Высокий удар. Так, по катушке в три куба. Ну, двойка, ну, блин. Пропуск игры. Но это лучше, а то у меня не приживается Блоджерд. Так, еще трюндель. Так, фол будет? Или в пас сначала? А, качнуть скелетика. Так, молодец. Осталось сделать 4+, 4+. Че, он в каску попал, что ли?
Так, ну че, встанут нокауты-то? Один встал. Кто? Блять, этот не встал. Ну ладно, зато есть. Так. Так, а если так, сложнее будет козла, да, высануть. А так мага могут дать. Да и так могут, блин. Так, через клетку. Те же три куба везде. Так. Давай только, блядь, не за поле, ради бога, блядь. На край. Ну, лучше сюда, чем... Давай-ка. Нет, шестерка. Блять, да ладно. Купил козлика, блять. Да. Одну игру сыграл и все. Блять, минус 60 просто. Так, если там не подберут, то вроде... Можно навалиться. Типа набежать, так сказать. Так, блиц. Жив.
там бы фалить будет. Блин, куда брал? Так, сюда может уйти, да? Вижу, вижу. Навстречу бежать. Тогда ладно. Так, запустим. Текс. Thanks. Пока не лезем.
Так, значит, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Так, стан, но не более. Ёбаный насрать. Так. Допустим. Так. Хуйня. Non, c'est une fragrance. Rien à voir avec du parfum, Bob. Tu aimes? Ça s'appelle Charogne numéro 1. Que faire contre un adversaire cornu lancé? Tu vises entre les deux yeux. Tac.
Блять, да знал бы, побежал бы. Ну ладно, хоть блиц будет не здесь, блять. Хоть на ход задержу, ладно. Так, а если не повалится? Так, 6-6. Так, не пробился. Значит, его кто-то пойдет Здравствуй, Дисп. Добрый вечерик. Понятно. Они в памяти телефона хранятся, смс-ки. Да. Они не на симке. Пора бы знать. Так. Так, подержу-ка я его, пожалуй.
по животному сыграть. Ладно. Да иди уже. Сюда? Ну ладно. Блиц. Не уронил. Волнуется, да. Волнуется. Ну
Вот, наверное, не стоило смещаться сюда. Это же кубы в мяч, ты чё? Блять, изейшие кубы в мяч. Хочешь воином, хочешь, блять. Ну чё это? Блять, тут гард, ну... Ну как бы, ладно. Изейшие кубы. Вопрос, с кем? Ладно, здесь бьем. Сначала встанем. Надо терпеть. Тут придется терпеть. Ну и Синбаеву может въехать в мяч. Прыгнуть отсюда. Отработать. В мячик. Раз, два. Так, Роббер пробит. Так, скатер говна. Так, ну стоять мне здесь, по-моему, смысла нету особого, великого. Так, не так, ну так нагло. Вопрос, надо ли мне такой изврат? Так, давайте-ка его спрячем. Вот здесь вот он вроде бы как в безопасности. Так, ну давай, блядь, это, без этого. Реролим, ладно. Отлично. Так, ну здесь, наверное, так и останусь. Подержу лежачего. Я там при любом бускатере, наверное, не подобрал бы. Думаю, просто блиц будет проще. Без всяких попрыгунчиков. Ну, там стрелочки пришли. Хотя там было достаточно двойки. Ну не все тут как бы. Подбирать только теперь ему 4 плюс, ну, без шурхендов. Это да.
А в остальном-то вроде как терпимо. Так, это приятный удар. Вот при Симбаевой будут бить два раза, а то и три. Так, живой. Отлично. Спасибо, что живой. Так, там козла, наверное, освободят. Пускай Свисинба его держать будут. Так, решил подбирать. Так, Леру. Да, ну конечно. Хули бы не подобрать. 4 плюс-то. Так, ну чё у нас здесь, бля? Ну, допустим, я сюда кого-нибудь воткну. Удар. Удар. Отодвинули тамба. А дальше что? Да, посадить на блиц, ну и чего? Что мне это даст? Блять, это этих уберешь, все равно так лзона. 3 плюс 4 плюс, блять. Ладно, попробуем. Вот так тогда. Так, реролим. Конечно, полный авантюризм, блядь. Так,
встать. Ну да. Я хотел так вот расчиститься и потом треплюс вот, мяч. Ладно. Я понимал, что это хуйня полная. Так, ну ладно, БХ. Ну ты подожди. С ничьей-то, куда он побежит? Так, понятно. Пять шесть. Так, фол. Там не у козла, там у всей команды, блядь, зеленкой. На лбу, блядь. Как его? Тавро, блядь, да, Тавро. Вместо, блядь, клейма. Ох. Ну, тут устраивает двойку. Может, конечно, чтобы ебун создать здесь, бля. А, 5 плюс, бля. Здесь вот даджа еще так избежать. Здесь встаем. Ну тогда не буду врываться, нахуй. Он бы и не пробежал бы, как бы.
Их, блядь. Я не помню, у меня были травмы-то. Вернее, противоположные. А, одна, да? Нулевым воином. Так, лучше бей. Странно, бля. Это сложный додж, 3+ для меня. Хотя нахер он мне нужен? Да не так, блядь, автопуть ты прокладываешь. Ой, блядь, ладно. Кажется, когда не заметишь, оно работает. Главное не знать, блядь, да. Как животные, блядь, играют. Когда не знаешь, оно это, значит, его и нет. Значит, не существует. Да хрен с тобой. Да какие фолы, ты видишь? Гордов, без гордов вообще скукота играть. Чё, дабла? Дабла, только 6-6. Как просил, как говорится. Так, ты кто? А, ты никто, ладно. Ну, блядь, сани вот отсюда, протолкнешь еще на удар. Воина. Ладно. Не хочешь, понял. Так, надо будет пофалить нас на лосе. Il doit
Если получится. Так, сначала лошака качнуть попробовать пасом. Ладно, все справедливо. Оппонент 4 плюс кинул я. Руки не попало. Ну ладно. Блять, не надо было следовать, ладно. Так, стоп. Давай, козлик, надо. Так, с разбегу, бля. Фол меченосом. Хорошо. Вот это тоже хорошо. И MVP просто, ну, в пенсию. Блажение в пенсию. Ну так лидером еще станет. Ой, не лидером, а легенда, или как его там. 30 пп осталось. Если успеет. Так, 12 пробоев на 15. Ну, там, ладно. Да, была травма, да, вот. Нулевым воином. Так. Так, ну здесь, наверное, пас. И банка, да? Вот травма. Это MVP, а это тоже пас. Так, 45, травмы 75. Да, 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 да. 100. 100 подбор, 100 по 100. Ловля. 100 прыжок, 100 мне.
Вот если бы он там не подобрал бы мяч, может быть, там повозились бы еще, как говорится. Но не вышло. Думал, будет хуже.